Вы мне скажите, вот только искренне и откровенно вы сейчас занимаетесь выборами. Да. Какие недостатки, что надо сделать еще за это время, чтобы выборы достойно прошли? Мы ведь не можем показать свою неорганизованность. Выборы – это всегда у нас был в Беларуси праздник. С давних-давних времен мы должны этот организовать процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент. В первую очередь встречи с населением, с трудовыми коллективами, которые есть, и их нужно еще на более качественном уровне проводить. Для того, чтобы каждого кандидата в депутаты программа была четкой, ясной, чтобы они видели, и чтобы жители могли четко уже потом определиться с выбором своего депутата.